Мама, с неба падают кристаллы, потом в полете начинает вырастать всякая там вот эта штука, вот эти ягоды. Собачки-двойняшка, милая такая. Просто полетела. Нас и даже нравится. Хочу рассказать про эту картину. Она получилась такая сложная, сложно сочиненная, сложно составленная. И эта картина стала одним из важных проектов моего года, 2020-го. Картина начиналась, как обычно, с монотипии. И это была просто одна из картин, которые превращаются из монотипии в что-то более осязаемое, какую-то интересную историю. Я даже не думала, что она выльется в настолько сложно составленную работу. Монотипия рождалась постепенно, потом пришли, вы ее увидите, я вам покажу, потом пришли к ней вот этот образ дамочки, которая держит в руках с одной стороны ракету, с другой стороны дом. Мне очень хотелось добавить очки, и для меня это было каким-то очень интересной задачей. Я много времени провела, придумывая, как это должно быть, как крепить, какие взять линзы, откуда их взять. Когда я пошла к ребятам, чтобы они мне вырезали под эти линзы именно очки, я тоже им путанно объясняла. То есть сначала у меня была готовая картина на руках, я пришла с ней и объяснила, что мне нужно вырезать именно так, чтобы было видно вот этих персонажей. И для меня это было важно, поскольку я не хотела рисовать глаза. Во всех моих картинах синий цвет у персонажа означает потусторонность. То есть это или человек, который умер, или предки, или духи. Это тот проводник или тот персонаж, тот голос, который помогает нам жить здесь. Вот, поэтому я хотела, чтобы в очках как раз было видно этих персонажей. Ну а коты — это, естественно, про дом, про уют, то, что хочется оберегать и сохранять. На эту картину, которая внутри, я вам еще ее пока не показываю, наслоилась картина снаружи. Но мне хотелось расширить ее. Мне казалось, что она зажата. Мне хотелось сделать этот момент каким-то образом больше, чтобы человек увидел ее и уже не смог пройти мимо, чтобы она его остановила. И так появилась вот эта вот большая рама, окно. Но я поняла, что мне хотелось бы, чтобы эта картина светилась и здесь, и здесь. И поэтому единственным вариантом было утопить ее и прикрутить к задней поверхности вот этого короба. В чем же эта работа? Эта дамочка каким-то образом спрашивает нас, как в небезызвестном фильме «Матрица», какую таблетку ты будешь выбирать, либо красную, либо синюю. Но здесь она предлагает совсем не таблетки, она предлагает либо остаться дома в семейном очаге и заботиться именно о семье, либо выбрать путешествие и путь в неизведанное, потому что ракета и космическое — это всегда то, что за гранью нашего понимания, представления, знаний. Это то, что мы не можем пока еще себе даже представить. А дом — это уже такое что-то более понятное, более знакомое, близкое, и то, что нам уже привычно. Тоже я хочу дальше. Я хочу остаться в привычном, либо я хочу пройти этот путь в неизведанное. И мы теперь посмотрим, что же именно там внутри. Когда картина уже была готова и была уже сделана рама, родился текст. Я вам тоже его прочитаю чуть-чуть позднее. Но сама эта картина, сама эта работа, она о том корабле жизни, о судьбе, который проживает каждый человек. И его ракета жизни летит сквозь свет, рождение, во тьму угасания. И именно эти стихи, эти слова для меня сейчас в этом году стали ключевыми. Потому что у каждого человека, мне кажется, бывают такие моменты, когда он не понимает, зачем это все, кому это нужно, а что делать, а как быть человеком, именно человеком, не просто одним из винтиков в этой системе или в этом мире, как быть личностью, что нужно делать, где черпать ресурсы. И здесь персонажи отражают совершенно разные способы жизни и совершенно разные способы именно прохождения своей судьбы. Кто-то на самой корме корабля и смотрит с таким большим удивлением за эту границу. Он на острие, он впереди всех, и он видит в будущем то, что произойдет. И он такой флагман всегда по жизни своей, и он стремится быть первым везде и всегда. Кто-то, несмотря на то, что он тоже на корме, но при этом глаза у него закрыты, и он отдается этому потоку судьбы, и не размышляет о том, что будет, а просто висит и полагается на судьбу, куда ракета его приведет. Кто-то привязал себя веревками к этой ракете судьбы и лежит, улыбаясь, понимая, что в принципе все будет хорошо, как бы не шла его жизнь, как бы не развивалась его история, все в итоге будет хорошо. Главное — удержаться в этой жизни, удержаться на этой ракете и преодолеть и пройти этот путь. Кто-то тоже повис, но совсем другое отношение, совсем другое выражение лица, и кажется, как будто ногами вперед ты упираешься, чтобы не идти туда, не проходить этот путь. Твоя голова все еще находится в прошлом. Ты вспоминаешь о том, как было прекрасно когда-то, когда-то, когда-то. Ты не смотришь в будущее, не живешь в настоящем. Ты пытаешься затормозить эту ракету и не хочешь при этом ее бросать. Ты уцепился в нее, но ты не проживаешь эту жизнь, эту историю и свою судьбу. Кто-то изо всех сил упирается, чтобы затормозить эту ракету жизни, затормозить движение судьбы, и с таким испугом и, возможно, даже страхом не дать этому каким-то событиям развиваться, сделать так, чтобы события остановились и жизнь замерла там, в той точке, где сейчас эти события наступили. Кто-то же полагается на волшебство и спокойно совершенно держит эту веревку, эту нить, которая связывает его с судьбой, с его жизнью. На самом деле эта картина каждый раз раскрывается по-разному и закрывается по-разному. Вот. Но я так думаю, что это как раз то волшебное и та часть чего-то большего, которая присутствует в нашей жизни постоянно, которую мы не можем ни контролировать, ни предугадать, ни загадать, ни пожелать. Это то, что нас сопровождает, какое-то необыкновенное чудо. Ну и стихи, которые написаны на створках, я вам сейчас их прочитаю, попробуйте сопоставить их и эту картину, и то, что я рассказала, как эта картина раскрылась для меня сейчас. Твои попытки тщетны остановить судьбу, но то не означает руки опусти. Когда корабль жизни сквозь свет летит во тьму, ты делай то, что должно, и сердцем сам свети. Эти стихи, как и все, которые рождались к моим картинам, рождаются спонтанно, и мне кажется, они настолько попадают в точку этого смысла, который еще полнее передает то, что какая история возникла в процессе этой работы, написания этой работы. Потому что когда я рисую из монотипии, история возникает перед моими глазами, как и для обычного зрителя, который будет потом смотреть на эту картину. Она светится в темноте. Я тоже включу это позднее, когда наступит темнота. Сейчас слишком светло. И я решила сделать этот фильм, такой маленький ролик о каждодневном свете, который мы не замечаем с течением жизни, с течением времени, когда каждый корабль каждого из нас летит в этом мире сквозь свет во тьму. И для меня эта картина как якорь и как одно из напоминаний о том, что можно выбрать разный способ проживать свою судьбу и разные отношения к этому. И, возможно, в каждый момент своей жизни можно эти способы менять. Нет единственного правильного варианта проживания судьбы, как мне кажется, и от этого еще интереснее. ответа Евдория.